Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев елімізге ресми сапармен келген Өзбекстан президенті Ислам Кәрімовпен кездесті. Тараптар елбасының 2013 жылы Өзбекстанға сапары кезінде жасалған келісімдердің орындалуы барысын талқылады. Сондай-ақ басқосуда сауда-экономикалық, су-энергетикалық, көлік және мәдени-гуманитарлық саладағы екі жақтың ынтымақтастықтың басым бағыттары қарастырылды. Мемлекет басшылары өңірлік қауіпсіздік аспектілеріне баса назар аударып, маңызды халықаралық мәселелерді тілге тиек етті. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы сауда-саттықтың өсіп келе жатқанын айтты. Өткен жылдың қорытындысы бойынша алыс-беріс 2 миллиард доллар еңсерді. Ал Ислам Кәрімов былтыр қабылданған стратегиялық әріптестік туралы шарттың маңызына тоқталды. Считаю, что между нашими странами еще не полностью используется экономический потенциал. Номенклатура товара очень узкая, поэтому межправительственной комиссии нашим правительством надо еще раз поработать над тем, чтобы увеличить объем торговли. Это выгодно обеим государствам. Короткое плечо и очень выгодных условиях можем торговать. И мы знаем, что есть номенклатура товаров. Я говорю, есть в мире люди, которые с годами становятся мудрее. А я так думаю, что, Нурсултан Абич, хочу сделать вам комплимент. Есть люди, которые просто еще с юных лет или из детства дает им Аллах, дает им мудрость. Приходится еще раз признать его эти, я бы сказал, далеко идущие взгляды и его уверенность, что именно в прошлом году надо было подписать этот документ, который с 1 января этого года и следующего года приобретает уже свою реальную силу.